друзья, а конвертай до мечтаний, кто покажет свое мастерство, поистине уникальные трюки и подарит огромный заряд только положительной энергии. И сейчас именно они сделают самый настоящий переворот, ваши знания кого-то в мире. А для того, чтобы узнали о тех, кем сейчас будет любоваться, я познакомлю вас поближе. Начнем с сафари, самых знаменитых представителей морей, одной социальной группе скупатых китов. Но они никогда не бывают агрессивными и никогда не причиняют людям вреда. Это очень умные и добрые создания, по многим похожие на вас людей. Судите сами, температура тела дельфина 37 градусов, примерно как у человека. Их малыши, дельфинята, не влупляются из яйца в яйцо, а рождаются живыми, как и наши человеческие младенцы. Мамы дельфинихи, как и наши мамы, кормят детишек молоком. А отверстие верхней части головы дельфина предназначено для того, чтобы дышать воздухом, ведь в них нет жабы. И самое главное, дельфины и киты – это не рыбы. Они самые настоящие млекопитающие, относятся к тому же классу, что и честно, российский итальянский проект «Смотри». «Водная академия». Встречаем черноморские дельфины, подходящая звезда «Одиссей». Thank you.
это оказывает? Всей красе. А веселей.
исцеление из своей места, чтобы вновь услышать ваши аплодисменты. А вот теперь посчитаем вместе. Раз. Смелее. Дружнее считаем. Так, барабанная дробь. И шесть. Замечательно. А еще наш артистов. Отличная комбинация движений. И сейчас не момента. Продемонстрируем. И получается. Великолепно. Особенно под вашу аплодисменту.
Сергей, за руки, в обед прекрасный. Это просто замечательно. Это означает, что вы можете рисовать. Обратите внимание, лист твой абсолютно белый. Естественно, фотограф поделюсь. Есть такое поверье. Все предметы, которые прикасаются к этим милым состояниям, потом приносят владельцам удачи. Ну и, конечно же, потрясающий позитив. Самара, и сегодня замечательная конец.
Но если вам еще не удавалось побывать на море, вы расстраиваетесь. Маленькие, все же море, вы вам близки. И лучше перед вами! Только счастье и радость, и море позитива! Только по моей команде и только в середину бассейна. У наших питомцев и замечательного тренера мячик бросать не нужно. Итак, достаем все свои мячи, приготовились, и мы начинаем отсчет. 3, 2, 1, бросаем! А наша артистка берет наиболее понравившийся мне мяч. И тот мяч, который первый окажется в нашем волшебном кольце и будет считаться выигрышным. Возможно, их будет несколько. Да, уже.